Производители удобрений заморозили цены для отечественных аграриев до конца текущего года. Инициативу поддержал Минпромторг России. Подробнее о поддержке сельхозпроизводителей расскажет Инна Михайловская. «Уралхим» и «Уралкалий» – крупнейшие производители минеральных удобрений. С января по май они поставили на отечественный рынок более 1 000 000 тонн продукции. В России за последний год удобрения стремительно подорожали. В компаниях повышение цен сдерживали максимально. По калию совокупный рост за 5 месяцев с января по май составил 15%. По аммиачной селитре рост составил 25%. И мы 80% произведенной селитры отгрузили на внутренний рынок. Так и суммарно по удобрениям за 5 месяцев 2021 года выгрузили на внутренний рынок плюс 10% к рекорду 2020 года. Понимая то, как непросто сейчас приходится фермерам, компании «Уралхим» и «Уралкалий» приняли решение заморозить цены на калий и аммиачную селитру на уровне мая. Теперь аграрии смогут закупать удобрения по приемлемым ценам на конец текущего года. Инициативу поддержал Минпромторг России, оценили ее и сами сельхозтоваропроизводители. Это, конечно, очень позитивно отразится как на цене конечного продукта, который делаем непосредственно мы, аграрии, так и на тех возможностях, которые открываются перед нами по привлечению дополнительных заемных средств. Кроме того, «Уралхим» более 10 лет является партнером агрофирмы. Никаких нареканий ни по качеству продукции никогда не возникало ни у них к нам по части оплаты за продукцию, ни у нас к ним в части поставки, сроков поставки. Настоящие партнерские отношения такие, какие они должны быть. В качестве дополнительной меры поддержки «Уралхим» открыл горячую линию. Теперь аграрии получают актуальную информацию о ценах и поставках в период осенне-полевых работ. Инна Михайловская, Мария Павленко, Никита Зимин. Тюменская служба новостей.